Итак, дорогие друзья, всем большой-большой привет, всем добрый день. Приглашаем вас на Ахмат-арену в город Грозный. Здесь сегодня в рамках 25-го тура первенства Мелбет первой лиги Алания будет принимать Черноборец. Итак, свисток звучит, поехали, дорогие друзья. Начинается матч Алания-Черноморец. Практически все футболисты воспитывались в Академии Алании. Отличная атака. Кабала. Прострелять. Передача. Ну-ка, можно забивать вполне. Будет ли гол сейчас на 3-й минуте? Нет, будет. Гергобиари бьет защитника. Затем Кабалов играет назад. И вот удар. Фролкин молодец. Вытащил мяч Данил Фролкин прямо из-под перекладины. А бил Алан Чочи. Сразу с момента мы начинаем наш матч. Гергобиани решает подать. Опасная подача получается на дальнюю штангу. И там пробивал поворотом Алан Хабалов. И в матче с Тюменью Алания полностью заслужила победу. Удар еще поворота. Фролки на месте. Плавная подача. Так, мяч попал в руку игроку черноморца. И, похоже, пенальти ставит Алексей Лопатухин. Была игра рукой. Вот она. Разбег. Удар поворотом. 1-0. Алания открывает счет в этом матче. Забивает у нас Николай Гергобиари. Радует, что твой прогноз, сделанный перед сезоном, оправдывается, что с Корешиным, да, сначала придется непросто, но потом все будет нормально. Да, и сейчас второй Алания едва не забивает. Команда Корешина могла увеличить счет. Ислам Машука пробивал головой дальний угол. В запасе есть еще легендарный Азамат Засиев. Подача между тем. Опа, опасно, перекладина. Звенит на Ахмат-арене. Мяч отскакивает в поле. Сейчас, конечно, повезло черноморцу. Если что-то случится, обязательно вам расскажу. Но пока там ничего не происходит. Опа, вот это интересно. Антонов бьет поворотом 1-1. Антонов счет сравнивает. Ничья в нашем матче. Черноборец внезапно реализует свой первый фактически голевой момент. Это первый удар поворота, похоже. Первый или второй точно. Совсем не было шансов голевых у команды Гаранина. Последний тур ленинградец сыграл 0-0 с Шинником. Ну, хотя бы не пропустили. Но все равно Алания, если хочет выходить в стыковые матчи, должна там выигрывать. Ну, а тут падение и... Желтая карточка за симуляцию предъявляется за Урутарбе. Кабал делает передачу. Караев пяточкой элегантно скидывает. Не знаю. Ну-ка еще раз. Возможно, был нас. Цараев еще выводил Аланию из второго дивизиона. В сезоне 19-20. Забивал тогда в том числе. Вот это, кстати, опасный момент. Выход 1-1 сейчас будет. Да, есть выход 1-1. 2-1 счет на табло. Вот это развязка в нашем матче. Фантастика абсолютная. Все празднуют это взятие ворот. Черноморец внезапно выигрывает эту встречу. Поверить не могу своим глазам, что происходит. Две отдельные ошибки в защите Алании приводят к таким непоправимым последствиям. Галер Родионов, похоже, забивает. Илья Родионов, игрок молодежной сборной России. Тем более, следующий тур с Кубанью. Помощь Родионова будет очень важна для новороссийской команды. Передача в центр. Можно пробивать. Есть удар Шведой от Юрия Будагяна. Но Юрий поворотом не попал. Кабалов уже устал. Алан. И все, дорогие друзья. 1-2. Черноморец одерживает сегодняшнюю победу в Грозном над Аланией. Черноморец одерживает третью победу подряд.